граждан предпенсионного возраста планируют переобучать, сообщает информационный портал «Рубцовск.Инфо». В 2019 и 2020 году значительные бюджетные средства хотят потратить на обучение 150 тысяч предпенсионеров. К 2024 году, по задумке Минтруда, в России появится 100 центров опережающей профессиональной подготовки для людей этого возраста. На программу потратят более 31 миллиарда рублей. 30 миллиардов поступят из бюджета. Один курс обучения будет обходиться в 33 тысячи рублей, но все расходы на себя возьмет государство. Рейтинг лучших управляющих компаний края составили специалисты госинспекции, пишут корреспонденты «Комсомольской правды» Барнаул. Первое место заняла управляющая организация краевой столицы ЖКИ. На втором месте ДЭП «Стар» из Новоалтайска, на третьем – Рубцовский «Монолит». Работу организации эксперты оценивали по нескольким параметрам. Учитывали количество выявленных нарушений обязательных требований, а также число предписаний, исходя из количества домов, находящихся в управлении. Гостиница в швейцарском стиле появится в Белокурихе-2. В будущей гостинице будет 25 номеров, уже построен первый этаж. Там обустроят баню и зону барбекю. К слову, по данным компании «Курорт Белокуриха», интерес к строительству объектов также проявляют крупные производители напитков. На 2018 год в проекте нового курорта числится более 10 резидентов. Ну и в продолжении темы отдыха. Бийский рабочий пишет, где и за сколько можно попариться в Наукограде. Заодно напоминают, чем отличается русская баня от финской сауны, чего больше в посещении такого заведения пользы или вреда и как правильно париться. В Барнауле стартовал новый сезон, уже 8-й по счету ночной хоккейной лиги. Борьбу за заветную путевку на финал Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, который традиционно проходит в Сочи, вступили 4 представителя дивизиона. Кстати, региональный представитель ночной хоккейной лиги в Алтайском крае Валерий Кайгородов рассказал, что с 22 по 26 ноября наш регион вновь посетят легенды советского и российского хоккея. Уже точно подтвердили свое участие Владимир Мышкин, Виктор Шалимов, Александр Гуськов и другие, пишет «Комсомольская правда» Барнаул. Всего в списке звездных гостей не меньше 11 человек.